Ну, самое интересное было, когда мы соединяли детали лавочек. Это было самое интересное. Ну, в мастерской мне понравилось, там многое чего хорошего сделали, особенно шахматы. Это было просто супер. В которой играл сам чемпион мира, причем Карпов. Мне это особенно нравится. В этом кабинете, то есть в мастерской, у нас проводится кафедра по мастерству и ремеслам. Сейчас я ознакомлюсь с некоторыми вас инструментами. Это режущая пила линий. Незаменимый помощник во время тонкой работы, когда вырезаешь какие-то фигурки и прочие изделия. Я не все инструменты до этого видел. Допустим, торцовку, ленту, которая режет. Были гладкими, чистыми от всяких шишек и веток. Кожа. Инструмент, который дает красоту всему изделию. Работать с деревом интересно, рисовать особенно. Ну, что могу добавить? Древесная кафедра мне больше всех понравилась. Всем желаю счастья. Будьте здоровы, живите долго. С вами был Олег, да, руководитель кафедры.